Всем привет, с вами Гриф, и сейчас речь пойдет о таком прикольном первоапрельском подарке, как пальцы стрел. Представляет он из себя такую нано-перчатку, которая каким-то образом может стрелять. Естественно, никаких модулей на него не предусмотрено, но они ему и не нужны. Больше всего сходства он имеет с пистолетом Desert Eagle, и звук выстрела, и дальность, и темп стрельбы абсолютно такие же. Что самое прикольное в этом пальцестреле, так это режим прицеливания и удар прикладом, который просто заставляет кататься по полу от смеха. Кстати, по дальности атаки он такой же, как удар саперной лопаткой. Поиграв с ним несколько игр, я был крайне поражен таким прикольным и интересным оружием. Потому что мне он показался таким мощным, даже чем-то напомнил старый элитный Дигл, который, имея урон 140 единиц, мог убивать врагов с двух выстрелов, в то время как обычный Дигл убивал только с трех. Да, ребят, все-таки я дождался этого момента, и теперь я могу опять бегать и настреливать с пальцестрела. Лучше всего получается убивать с бедра и специальным ударом в глаза, а к стрельбе в режиме прицеливания нужно немного привыкнуть. Из первой игры у меня не получалось попадать в голову в прицеливании, но потом, немного разыгравшись, все же начали проскакивать хедшоты в этом режиме стрельбы. Конечно, лучше всего пальцестрел себя показывает на ближних средних дистанциях, потому что точность все же поменьше, чем у Дигла. Да и прицел не такой удобный, а вот скорость перезарядки явно выше, чем на Дигле, что может сыграть свою роль в перестрелке с врагом, когда закончатся патроны, а также для продолжения серии убийств, что позволит вам сделать даже комбо убийства. Но все же пальцестрел хорошо смог поднять мне настроение на целый день. Обязательно попробуйте с ним поиграть, я вас уверяю, вы об этом не пожалеете. Ну а на этом все. С вами был Гриф. Всем хорошего настроения. Всем пока.